Всем добрый день. Здравствуйте. Вышла пособирать помидорчики и загляделась на свою любимую розочку. Посмотрите, как она у меня красавица цветет. Вот еще один. Вообще очень красивый. Погода у нас портится. Завтра еще денек, обещают, постоит. И уже потом вообще будет и ночи холодные, и дождливо. И все. И вот мы решили собирать томаты. Вот муж на работе. Я пока сейчас начну. Но мы вчера уже начали собирать. Вот. И... я сейчас продолжу. Я прям полностью их собираю в ведерки. Потом. Ну и сразу срезаю, удаляю все. Вот. Беру ведра. И иду на огород. Мы уже красный давно собрали. Часть уже маленько перерабатываем. Я тут музыку я включила себе. Здесь вот у меня были цветы, как попало, росли. Вот лилии остались. Там у меня клубничка, я пересадку сделала. Вот так они загороженные стоят. И вот я подошла, вот буду остатки собирать томатиков. Вот сейчас у меня идет усиленная... занимаюсь пересадкой усиков клубники каждый день. Вот вчера муж сделал грядку очередную. Убираем картофель. Вот убрали одну грядку. Ну, что-то он в этом году не особо нас радует. Крупные, ну и мелкие тоже есть. Вот будем убирать, и вот он будет вот грядки делать. Вот он одну мы убрали уже полосу картофеля. Ну, нормально, в принципе. Вот. И вот он мне сделал грядочку. Я сегодня ее застелила сеном. Вот вчера вот тут убрали томаты. Я уже застелила сеном. Порыхлила все. Добавила там перегноя немножечко. И уже сегодня я высадила вот клубничку. И вот хочу показать клубнику. У меня вот эта ремонтантная. Это вот я ее вырастила в этом сезоне рассадой. Вот два кустика. Но один зацвел, а второй что-то не зацветает. Вот сорт не скажу какой. Потому что у меня пересортица была. Здесь земляничка. Такая прям земляничка. Вот плодики висят, видите, да? Ну, она вся плодоносит. Мы ее кушаем, кушаем. Она не кончается. Вот. Так что вот так вот. И вот это все, где картошка, у нас мы сделаем все грядочками. И я буду тогда, у меня будет полным ходом все в оборот. А то мы уже третий год выращиваем здесь подряд картошку. Конечно, это неправильно, надо менять места. И клубника у меня там засиделась тоже. Я буду убирать еще один год ее и все, и уберу. Ну вот, пришла, вот подготовила еще место ему сегодня, чтобы он мне... может, на днях выходные будут. И сделает еще вот такую грядочку. Но здесь я еще засажу клубничкой. И все, и на этом я остановлюсь. Я уже высадила сколько? Ну, 42 усика. Вот, и здесь вот сколько у меня войдет. Штук 20, наверное, даже больше. Ну, достаточно на первое время. Не на первое, ну как? Ну, поняли вы, короче, меня. Ну, все, сейчас... вон ведра я уже принесла, в которые собирать буду. Сейчас я возьму секатор. Вот такие яблочки у нас растут. А погода, ой-ой-ой. Как я вовремя вышла, кажется, сейчас дождь начнется. Только этого не хватало. Так, где мой секатор? Да, ну сейчас посмотрим, может принесет. Нечаянно. У меня в этом сезоне сплошные желтые томаты.
Красных очень мало, засолочных тоже мало. Вот. Ну вот если такая беда, вот смотрите. Видите, какая красавица висит. Вот. Ну все, приступаю к уборке. Ну как же, а? Она прям на меня двигается. Вот там солнышко. Ну ладно, начну, по крайней мере, если что, убегу. Итак, вот результат моей работы. Все. Остались одни корешки. Были вершки, остались корешки. О, как красиво у меня. Как бабочки, как будто бы. Подвязочки. Ну все. Это уже дело мужа. Вот эти штучки убирать, потому что очень тяжело. Мы их забивали. Вот, так что завтра он вытащит. И я посею сюда сидираты. Сеять будут горчицу белую. Я чередую. В прошлом году у меня фацелия была. Вот она в таком... Вот так выглядит. Это вот она насеялась дополнительно. Так что вот такая у меня работа сегодня была. Я сделала очень много. Вот. Ну, дождика не случилось, но все небо вот так вот затянуто. Может быть, даже ночью будет дождь. Не исключено. Ну, все. У нас время 8 час вечера уже. Завтра у меня работа какая? Вот эту грядку освободить от томатов. В этом году вообще хорошие томаты. Даже верхние, большие, крупные. Обычно нижний ярус всегда крупный. А тут вот смотрите, даже вот такие вот. Сейчас покажу, вот какой он. Видите, большущий висит. Ну, таких много. Вот видите. О, какой вот этот. Вообще хорошенький. Вот этот. Вот этот. Да все хорошие томаты. Вот большой висит. Очень большущий. Красавчик. Вот видите. Вот большой. Вот это бычий лоб такой. Мощняцкий лобик. А вот это я оставила бычье сердце. Вот завтра, наверное, его сниму. Это я на семена оставила. Попробую сделать семена. Тут уже трава все заросла. Ну, уже косить надо. А стоит ли, не стоит. Ой, муж позвонил. Домой поехал уже все. Вот мое дерево там одно зреет, я тоже оставила. Завтра соберу, наверное. Они уже лопаются. Соберу я на семена. Посмотрю, может быть, получится. Начинается дождик, оказывается. Вот. Но меня это дерево вообще поражает. А, мне сейчас покажу еще в тепличке у меня. Томатики хорошие выросли. Вишня красная, вишня желтая. Так. Вот уже даже видно сквозь эту. Ну вот такие они. Вишенки. Ну есть большие, крупные. Вот такие вот. Эти как апельсинки. Я бы сказала, что это апельсинки. Вот там вот. Не хочу ту створку открывать. Вот, посмотрите, какие. Ой, ну прям красотень. Вот. Это вишня желтая, красная вишня. Ну, вот она вот такая. Ой. Это я одну дверку открыла. Вот, видите, как. Хорошие достаточно. А это у меня перчик еще завязывается. Ой. Это экспериментальный.
Ну, вот такие они в спелости будут. Вот они там вот. Тут их много. Вон, видите, сколько. Они там в потолок уже уперлись. И вон там много. Ну, полно, полно. Ой, обломила. Ну, ладно, не страшно. Вот. И огурчики опять наспели. Муж за ними следит. Вот опять больших нарастил. Ну вот, и там большущие висят. Ну все, дождик пошел. Пошла я домой. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. Всегда буду рада встрече с вами. Всем пока-пока. Так сказать, по скриптам, пока хочу показать вам, какая у меня клумбочка сделана. Я даже сама не ожидала, что такую красоту создам. Вот она такая овальная. Ой, извините, что перчатки грязные. Вот. И вот агератум. Розовый, голубой. Голубого маленько. И вот где-то одна штучка беленький. Вон там беленький. А это львиный зев. Ну, в общем, очень красиво получилось.